Всем привет! Это распаковка для портала «Игры и игрушки». И сегодня я вам покажу вот такие пазлы, называются «Магнитики» от компании «Ракета». Тут у меня петушок с собачкой, паровозик и буквы русского алфавита. Эти пазлы можно прикреплять на холодильник или играть с ними в ванной. С обратной стороны есть у нас варианты сборки. Также и здесь. Что развивают эти игры? Развивает моторику, внимание, пространственное мышление, логику. Упрощенная сборка по трафарету. Картина, собранная вашим ребенком, больше радует вас, чем обычный магнитик. Несколько вариантов сборки. На столе, на холодильнике, на керамической плитке. Если не крепить магнитную ленту, то пазл можно собирать на керамической плитке ванной комнаты, предварительно намочив элементы водой. Давайте теперь откроем наши пазлы и посмотрим подробнее. Для этого мне потребуется вот такая кусачка. Какие же игры нам предлагаются с этими пазлами? Первый вариант – положите перед ребенком пазл для запоминания. Пусть малыш самостоятельно разберет пазл и далее по памяти его соберет. Если не получается, то положите картинку трафарет для сборки. После сборки пазла трафарет можно использовать как раскраску. Вот такой паровозик можно еще нам самим раскрасить. Можно по своим цветам, можно точно такие же, как и здесь. И давайте попробуем собрать наш паровозик. Вот у нас все и получилось. Второй вариант сборки – это магнитный холодильник. Нужно разрезать ножницами и прикрепить магнитную ленту на каждый элемент пазла. Магнитная лента имеет самоклеящийся слой. Малыш повторно соберет пазл только уже на холодильнике. Собирать нужно только фигурку, без поля. И третий вариант сборки – не прикреплять магнитную ленту, отклеить ее. Ребенок в ванной сможет играть с этим паровозиком. Если намочить элементы водой, то они легко крепятся на гладкую поверхность плитки в ванной комнате. Собирать нужно тоже только фигурку, без поля. Вот такой занимательный пазл. Сейчас мы соберем в рамочку обратно и откроем другие пазлы. Теперь давайте посмотрим вот такой пазл. Здесь у нас петушок и собачка. В комплект также идут две магнитные ленты. Смотрите, можно сделать две самостоятельных картины. Пазл очень легко вынимается. Материал приятный, смотрите, достаточно толстый, мягкий, без острых углов. И пазл также легко собирать, без усилий. Также можно приклеить на него магнитик или играть в ванной комнате. И последний пазл – это алфавит. Здесь у нас уже много полосочек магнитных. 4. И таких 2 пласта с буковками. С алфавитом можно играть точно так же. Можете собирать их на место, можете изучать буковки или строить слова. Также играть и на холодильнике, и в ванной комнате. Буковки очень крупные. И также можно убрать вот эти маленькие элементы. И учиться читать слоги. Слог ба. А теперь ва. Слово мех. Вот такая интересная и увлекательная игра для малышей. Как на столе, так и на холодильнике
так и в ванной комнате. Вот такой универсальный пазл. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал Игры и Игрушки. И всем пока, до встречи в новых видео.